Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на моем канале. Сегодня у нас постное меню ленивые вареники. Но ленивые вареники не из творога, как обычно. Вареники будут из картошки. Для этого нам потребуется картофель, мука, манка. Для гарнира у нас будут обжаренные грибы и лук. Я взял белые сушеные грибы, предварительно их замочил, чтобы нарезать. Также я сделаю напиток. Это овсяное молоко или овсяное молочко, которое в последнее время стало популярно, хотя это 1000 лет назад уже человечество знало, как из растений добыть богатые питательными веществами продукты. Для начала, пока мы будем готовить ленивые вареники, мы возьмем стакан овсянки и зальем 3 стаканами воды. Овсянку можно брать любую, так называемый геркулес тоже подойдет. Водой заливаем холодной, не горячей. И убираем в сторону настаиваться. Картофель нам нужно сварить для пюре. Если у вас не крупный картофель, можете класть целиком. Чтобы быстрее сварился, я сделаю четвертинками. Заливаем воду, чтобы она покрывала картофель. Посолим. Пока отваривается картофель, мы подготовим грибы. Я их предварительно замочил, чтобы они были мягкие. Можете взять любые грибы. Шампиньоны, вешенки. Что у вас есть в наличии. Я люблю белые грибы. Сейчас скажете, кто их не любит. Я специально заготавливаю их впрок, сушу. И в большинстве своих рецептов использую именно белый гриб. Все, грибы я подготовил. Уберем пока их в сторонку. Также для наших вареников мы будем обжаривать лук. Лук нарезаем в любой удобной форме, какую вам нравится. Кольцами, полукольцами, четверть кольцами. Дорогие друзья, я подготовил все необходимые ингредиенты. Уберу картофель на плиту. Пусть он там у нас пока варится. А на плитке мы обжарим лук и грибы. Наливаем масло. Сначала обжарим грибы. Сразу такой аромат белых грибов представил сочетание белые грибы, лук и картофель. Можно было просто пожарить, но нет, нам нужно заморочиться, нам нужно ленивые вареники сделать. Хотя это сочетание трех ингредиентов, оно в любом варианте вкусное. Грибы прижарились, отправляем лук. На этом этапе грибы по вкусу посолим и поперчим. Помешиваем. Добавим немного картофельного отвара, в котором у нас варится картошка. Так, грибы с луком у нас готовы, друзья. Время от времени помешиваем наши овсяные хлопья. Настаиваться им полчаса как минимум, чтобы у нас получилось овсяное молоко. Доказано, полезных свойств у этого напитка очень много. Отсутствие молочных сахаров, лактозы, и отсутствие глютена. То есть даже этот продукт полезен для диабетиков. Но об этом можете вы прочитать очень много информации в интернете. В магазинах сейчас пачка 400 миллилитров, по-моему, стоит 200 рублей. Зачем покупать, когда можно сделать самим? Я купил килограмм овсяных хлопьев, которые стоят 28 рублей, и взял оттуда всего один стакан. Это, ну, на 5 рублей можно сделать напиток, который в магазине вам обойдется 200 рублей.
Дорогие друзья, а пока остывает картофель, мы отожмем наше овсяное молочко. Я взял в 4 слоя марли. Сейчас нам нужно будет отжать жмых этот. Я отжал овес. У нас получилась вот такая белесая жидкость. Это и есть овсяное молочко. Но если его нагреть, получится овсяный кисель. Сейчас мы его перельем в посуду. У нас получилось 700 миллилитров овсяного молочка. Его можно добавлять в чай, в кофе. Можно пить просто так. Для того, чтобы было его приятнее пить, возьмем ложку меда столовую. Полностью растворим в молоке. И у нас получится очень полезный напиток. Вот таким вот образом можно приготовить полезное овсяное молочко. Убираем пока его в сторону. Тем временем у нас остыл картофель. На данное количество пюре отправляем с горкой 1,5 ложки муки и 1,5 ложки манной крупы. Все это замешиваем. Нам нужно получить такое картофельное тесто. Добавим еще ложку манной крупы и ложку муки. Хорошенько вымесим наше картофельное тесто. Полученную массу дадим 10 минут постоять, чтобы манка разбухла, и будем лепить вареники. Дорогие друзья, я замесил тесто для наших ленивых вареников. У меня получилось 800 грамм пюре, ушло 50 грамм муки, 60 грамм манки. Руки смазываем маслом. Воду я подсолил. Будем формировать наши клетки. Формируем колбаску, нарезаем ленивые варенички, чуть-чуть их приплющиваем и отправляем вариться. Как только всплыли, наши вареники готовы. Готовые вареники, ленивые клёцки, достаем на тарелку, сверху их польем растительным маслом. Я отварил картофельные клёцки или ленивые картофельные вареники. Разогреваем наши грибочки с луком. Отправляем вареники грибочком, аккуратненько перемешиваем. И выкладываем наши варенички с грибами. Дорогие друзья, вот такие постные картофельные вареники или картофельные клетки можно приготовить с грибами, будь то вешенки, шампиньоны, белые или любые лесные грибы с обжаренным луком. И напиток здоровья, овсяное молочко, полезный напиток. Готовьте во время поста, неплохой рецепт. Дорогие друзья, вот такие ленивые вареники картофельные с обжаренным луком и жареными грибами можно приготовить в пост. Давайте попробуем.
Хотя я уже попробовал. Это очень вкусно. Нежное во рту тает. Да, я же забыл. Полезный лечебный напиток. Овсяное молочко. Ваше здоровье, друзья. Дорогие друзья, из данных ингредиентов, это то есть картофель, грибы и лук, можно приготовить несколько вариантов вкусных постных блюд. Это можно сделать просто пюре с жареным луком и грибочками. Можно обжарить картошку. В общем, тут насколько ваша фантазия позволит вам разнообразить свой постный стол. На этой вкусной ноте, по традиции, я хочу поздравить всех тех, у кого сегодня дни рождения. Дорогие мои, с днем рождения вас! Здоровья, счастья вам! Уюта и тепла в ваших домах, светлого мирного неба над головой. Здоровья вашим близким, родителям, детям, всем тем, кто вас окружает. Будьте добрее, будьте милее, будьте отзывчивее, и это вам воздастся. А на этом, друзья, я с вами прощаюсь. До скорых рецептов. С вами был Волоха. Всего доброго. Пока.